Вы смотрите новости онлайн. Журналисты сообщили о смерти бывшего мужа певицы Маши Распутиной, Владимира Ермакова. Интересно, что за несколько часов до кончины 73-летний мужчина пришел на съемки ток-шоу Дмитрия Шепелева. В последнее время бывший супруг Маши Распутиной, Владимир Ермаков, вел затворнический образ жизни. Он не выходил в свет, не общался с представителями СМИ. Однако в какой-то момент мужчина все же решил выйти из забвения и дал согласие на участие в ток-шоу Дмитрия Шепелева. Но войти в студию ему так и не удалось. Как компетентно сообщают СМИ, телевизионщики планировали устроить личную встречу певицы с бывшим мужем, но не смогли. Распутиной вопросы Шепелева показались некорректными, и она покинула площадку. Вследствие этого съемка не состоялась, и Владимир Ермаков уехал домой. Именно там 73-летнего экс-супруга Распутиной и настигла смерть. Скорее всего, речь идет о передаче на самом деле, где участникам, подключенным к детектору лжи, задают непростые вопросы и проверяют их ответы. Напомним, у Маши Распутиной застарелый конфликт с Владимиром Ермаковым. Он длится аж с 2006 года. По словам Ермакова, много лет артистка скрывала от общественности их дочь Лиду. И лишь в 2016 году Маша смогла помириться с Лидой. Сообщалось, что девушка первой обратилась к матери, и та не смогла ей отказать. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!